Влад, ты че побежал туда вперед? Жизнь надоела. Моли о пощаде. Да. Нужно указать на дружественную ратушу. Указываю на замок, говорить. А, да, мне бы эта ситуация была дружной. Какая ратуша мне бы. Вы офигели, что это совсем. Этот мой. Че ты тут бегай? А почему нельзя? Город наших союзников посадит. Копай, блядь. Тебе сейчас все хилки придется тратить, потому что я выехал за тобой. Убей! Без проблем. Вода! Вот это ирония. Мне было... Без проблем. 89 КП и маны. Одновременно. Ну, в общем, у тебя там все плохо, я тебя зажимаю жестко, да? Несомненно. Город наших союзников посадит. Этот мой. Да блин, как их убить? Они отстреляют! Хватит орать. Лёнь, как их убить? Смотри, они отстреливаются сразу. Нормально. Все нормально. Я тут башню проношу, пока Влад там за хилками побежал. Они не увидят. Нет, уже я сломал башню. Несомненно. Пока он там за хилками бегал. Нормально, я что умер? Командиры куча. Ты умер, серьезно? Что? Почему у него прибывает командиры куча футменов, а у меня всего 3 футмена? Потому что он центр захватил. Моли о пощаде. Ну ты помоги мне. Я свою линию держу, чё? Он меня подчинил! Я жду приказа. Превосходно. Тебя подчинили? Да. Классно, я сейчас тебе героя дам. Так, я сейчас контроль дам, подожди минуту, слышишь? Давай, да подчини. Он там, давай. Послаем тебя подчинить. А я и... Вы как бы с Михаилом, Михаилом договорились не подчинять юнит. Михаил, на, вот. На, забирай, второй герой твой, слышишь? Второй герой, это мой, моя лучница, не трогай. Ну, спасибо. Ну, только ты же репнулся. Убери его, Геридон, так нечестно. Или бы сдал бы его, я его. Ну так вообще нечестно. У него Гиридон. Так нечестно. У него два героя. Нормально, у меня же тоже. Слушай. На нас не собрали. Да! Не, ну я так показываю. Слушай, давай ты... Стой, тихо. А давай замочим Влада. Берет на Гиридона. Давай замочим Влада. Пожалуй, хочу сегодня Венера. Подними, Влада, и все будет хорошо. Я сделаю по-другому сейчас. Я жду приказа. Влад, тебе не плетет, по-моему. Слушай, у меня есть идея, знаешь, какая? Сначала найди меня. Не, я на тебя забил, подожди. Превосходно. У меня есть идея. Смотришь на героя моего? Именно который... Да. Мой, а не твой считается. О, привет! Я жду приказа. Смотри внимательно. Мы тут все гуляем, потом ушли. Смотри внимательно, ты сейчас охереешь, смотри внимательно. Кого ты там, ты замок подчинишь? Тихо. Слушай. Да вот там починить хочет. Тихо. Пусть управляет, а твой будет, хорошо? Я не могу строить минус. А, ну тогда. Посмотри на этот залив. Иди на мид, ты сейчас захватишь обратно свой мид. Так. Ты что, тут второго гера создал? Ты первого своего гера, что ли? А ты на мид посмотри. Несомненно. Что это? Это моя армия. Откуда эта армия взялась? Откупил ее. Да, вот оттуда. А как ты? Лето.
Идем. Вера поменял. Город наших союзников. Я жду приказа. Слушай, у нас тут чуть проблемки. Да, совсем чуть-чуть. Хиляй меня, хиляй! Соберут сами, когда меня тут хиляют! Слушаю. Я их просто всех назову. Без проблем. Но! А чё ты, хочешь я тебя захвачу? Ну давай я тебя захвачу, хочешь? Ну иди отсюда. Ударишь, захвачу. Все, я захватил тебя, спасибо. Вперед. Это тоже нечестно. Превосход. Михаил тебе героя отдаст. Без проблем. Город наших союзников посадит. Ну вы, короче, ну вы поняли. Это нечестно. Что это без армады? Что за фигня? Это на... Город наших союзников посадит. Леон. Че? Только что залагал и не... Да там уже на миду уже это... лимит пошел. Я жду приказа. Слушай, вперед. Подчини им вот это. Без проблем. Что вот починить? Это вот. К бою готов, к бою готов. Позади, к бою готов. Жду приказа. О, посмотри, это бывший твой герой. Это Влад, если что, кстати. Жду приказаний. Больше солдатов в бой! Больше солдатов в бой! Да все, хватит, а то и не будет интересно. Чего? Чего? Это месть! Ты. Кстати, у Михаила тоже уже армия. Я жду приказа. Да, не такая. У меня, кстати, новая эволюция воинов, слышишь? Посмотри на базу. Что там? Видишь, кто появился у меня новый? Несомненно. Да, это. Боять, бояться. А, слушай, я понял. Я несу, Жду приказаний. Вперед, армия, вперед! Жду приказаний. Слушай. А что ты так орешь? Артас, ты что ли? Конечно, я здесь уже тут. Я здесь, короче. Жесть, он попал в видео, представляете, с своим голосом. Не орите, пожалуйста. Можете сказать только привет YouTube? Здорово, суть. И без матов, и начать тестить. Тогда просто здорово. Меня стигнешь, я само добро, меня нельзя стигнуть. Подумаешь, я убил отца, подумаешь, я убил Лутера, я само добро. Да. Слушай, Леон, ты посмотри, сколько тут трупов. У него тут. Да нормально, че. Эй! Нет, это же уже избыток надо. Я смотрю, у тебя монорока захватили, да? Пачаны! Ну тогда забирай этого. Я бы вас упустил, хоть кого. Посмотри сюда, я еще это сделаю. А что он здесь делает? Смотри сюда, смотри. Ой, вам бежал. Слушайте, а вы что? А пустыня? А мы тут 2 играем просто. Пустыня какая-то куча трупов, но у нас на медиа.
Дорогов в доту, пацаны. Первую. Не, доту. Мы тут это играем. Подожди. Чем могу? Ну ёпарас. И чё мне делать? Поехали. Я жду приказа. Там это, у тебя и герои захватили уже после этого? Да! Ну тогда армии командую, чё я тебе скажу. Ай, лол. Буду играть в альтернативку один. И ещё казармы. А, захватить казармы? Это моя база. Мне уже виснет. У тебя виснет? Жду приказаний! Не хватает дерева. Жду приказаний! Жду приказаний! Жду приказаний! Жду приказаний! Жду приказаний! Вперед. Жду приказаний! Жду приказаний! Без проблем! Превосходно! Без проблем! Авиация! Я несу исцеление! Жду приказаний! Жду приказаний! Жду приказаний! Я буду, короче, управлять авиацией. Что? Я хочу, я скоро спать ложить. Да, мой друг. А вот у вас. Город наших союзников спасает. У вас и три, они пробиваются. Кстати, если бы ты чуть раньше зашел, то и здесь же Ахо сами. Вместо СНК. Только мне очень непривычно говорить. Просто ты бы попал вместо СНК в команду. Ага, я бы всем раз... Так мы в доту сегодня играть будем, нет? Не, зачем? Да блин. Ну можно, кстати, потом. Во, другое дело. Смотри, смотри, разведка. Убей его. Он предал тебя. У него крест еще. Поэтому грифон останется. Ух, как улетел-то. А вот он. Я несу исцеление. Я несу исцеление. Я к вашим услугам. Это голубой остановил, если кому-то интересен. Кто у нас от голубой? Просто Михаил спросил, кто остановил, и спросил, сказал. Там такой вопрос задает, голубой это кто? Я жду приказа. А голубой это кто? Без проблем. Несомненно. Но это точно не я. Я тем более не играю. Без проблем. Я к вашим услугам. Превосходно. Натурал! Без проблем. Натурал? Я к вашим услугам. Мы не про это говорим. Я к вашим услугам. Все равно звучало. А если бы мои друзья вы были, они бы сказали натуралу по... Сами знаете чему. Думайте сами, да? Да. Ну какая рифма может быть, к слову, натуралу по... Город наших союзников посадит. А выборы? Кандидаты? Ждем приказаний. Да просто всем натурал. Ждем приказаний. Натурал всем натурал. Вперед. Ждем приказаний. Просто ладно, тут еще не посидело. Я столько голды получил за это мясо здесь. Я жду приказа. А я получил власть, которая не снилась моему отцу. А я понял, что ты хочешь делать.
Давай, давай! Делай это! Несомненно. Без проблем. Давай, давай! Беги, Форест, беги! Несомненно. Ха-ха! Давай! У меня уже залимитное количество идет. А вы залите еще на своей базе. Это что такое? Я жду приказа. Как будем в доту играть? Трое на двоих? Без проблем. Да, можно и так. В принципе. О, отлично. Чур я вхожу в состав двоих. Это я и мой тапупо. Намёк поняли. Ну, в принципе, я не мешаю вообще. Превосходно. Как тебя зовут, мальчик? Без проблем. Догадайся. Ты его должен был поговорить с вами. Слушайте, а может быть мне его кинуть на 99 часов? На нас напали. Да ладно, я шучу, я сегодня толкну. Меня задолбали кликать! Давай, ты сможешь, кликай, контроль армию. Вперед. Ты же мой полководец. Если бы раньше это зашел бы Артес, он был бы полководец. Ха-ха! Поняли? А я вообще-то гулял до 10. У меня уже до 10 ночи. Короче. Это был за план, так понимаю, да? Рифму складывать. Чем могу помочь? Слушаю. Это мое я, понимаете? На нас напали. Превосходно. Без проблем. Рифму вперед, блин. Сильно. Стелы. Превосходно. Я сейчас в альтернатив Стордере играю. Стордере. Стори за гоблин. На нас что? Как ты это сделал, Виха? Я жду приказа. Что? Миха, да что? Что-то я вообще не понимаю. Несомненно. Это мы заканчиваем игру. Все, иди ломай их не базу, главное, слышишь? Я жду приказов. Да, осуществляй свой план, Михаил. Вперед, я жду приказов. Михаил. Вперед. На нас напали. Без проблем. Наш герой погиб. Все, заканчиваем, уничтожаем их полностью, слышишь? Я несу исцеление. Жду приказаний.